Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице ожидается облачная погода и до 2 градусов тепла. Как сообщает портал Метеоновости, 12 февраля температура днем в столице составит от 0 до плюс 2 градусов, по области минус 3, плюс 2. Местами возможно гололедица. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что сейчас в столице биотропная погода. Это обусловлено очередной сменой температуры, низким атмосферным давлением, высокой влажностью, а также дефицитом кислорода в воздухе. Такие погодные условия могут вызывать не только недомогание, но и серьезные осложнения. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!